А перед началом видео советую подписаться на канал PlayGamers. У него 3 подписчика. Он начинающий ютубер, мой друг. Он тут снимает Russian Raider Online. Давайте поможем парню. Он все-таки начинающий ютубер. В общем, как его найти? Он оставлял тут под этим видео комментарии. Можете зайти на его канал через его комментарии. Но мы приступаем к видео. Всем привет, народ! Вы на канале Boss Souls, и сегодня я поиграю в Russian Raider Online. Как всегда, поиграю в бомбу, потому что не знаю, больше не во что играть тут. О, давайте в Колизей зайдем, что ли, тогда. Так, мы зашли тут. Ждем, пока зайдут. Так, все, зашли. Так, ждем. Все, мы появились. Так, у кого-то бомба, но не у меня. Хорошо, мы на 4-м месте пока что. Так, о, все, кому-то бомбу дали. Так, где он? Блин, да, мы улетели, ладно, пофиг. Так, так. А, вот он за мной, походу, едет. Поход за мной, да. Так. Так, куда поехал? А, он туда поехал, ладно. Просто у меня игроки багают, у меня интернет не очень хороший. Так что заранее извиняюсь. Так, на 3-м месте уже, хотя бы на 2-м-то или на 3-м остаться хорошо будет. Так, мы маленько упали тут, все, мы зареспаунились. Так, он сюда едет. А, мы обманули его, клёво. А, не, мы его не обманули, он просто. Я думал, просто если мы туда сейчас поедем, он за нами, типа, поехал. Ой, не очень хороший момент, мы упали. А нормально хотя. Нормально. Так. Ой, он за нами едет. А, нет, он упал туда. Так, он упал. Он едет с кем-то там. Да, сегодня буду не очень много говорить я. Так что вот так, как в других, не как в других сериях. Ой, мне кажется, нам бомбу дадут, туда. Просто вот случайно дали бомбу. Этому чуваку дали бомбу, а он меня прямо упал с бомбой. Так, давайте этому дадим, если он не свалит. Так. Ну, почти. Блин, уже на 3-м месте, мы места теряем. Надо кому-то дать срочно. Там чувак. Все, здорово, вот тебе бомбу даем. Так, хорошо, что хоть на 4-е место не скатились мы. Или он за... Погодите. Так, камеру другую включим. Так. Сюда едет. Кажись, за мной. А, нет. Наверное, только раз я сегодня буду в бомбу играть, потому что, мне кажется, долгая тут катка будет у нас. То, что у всех помаленьку бомба. Так, мы уже на 2-м месте. Неплохо. Вот у этого чувака, у которого первое место. Вот.
Так, он за этим поехал, за зеленым. Так, давайте подрифтим, что ли, не знаю. Больше как-то скучно уже тут. Что-то как-то... Погодите. Нифига он был... Нифига он как рядом с нами упал. Главное, чтоб не догнал. ДКС. О, блин, не повезло. Все-таки он дал нам... мы на первом месте. В смысле? Он же там бомбу дал. Мы должны наоборот съехать. А, все, на втором уже. На. О, кто-то вышел. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Все, я валю сюда. Так, о, все, зареспаунились мы. Так, ребята, я тут ненадолго отключусь, потому что, не знаю, это у нас все долго, как всегда, опять будет. В общем, под конец уже вернусь. Так, пацаны, потихоньку, наверное, тут уже как бы время у этих чуваков кончается. Так, блин, опять мы улетели. В общем, наверное, скоро уже... Так. Такс. Скоро, наверное, уже будет финиш. Если он нам бомбу не даст. А, нет, нормально. Он даже что, не спалил нас? Все, он врезался. Да, ребята, вот и все. Сегодня мы на первом месте, да, заработали 7000. В общем, спасибо. В общем, вы были на канале Boss Rules. Всем удачи, всем пока.